Да, за жабку. Надо проверять, потому что именно сюда нам было нужно. Именно сюда мы хотели запрыгнуть. А мы не можем, видишь? За жабку мы не можем все равно запрыгнуть. То есть мы не можем так просто взять и добыть вот этот кварц. Да, ребят, у нас V-Rising, мы опять-таки с Беляшкой и с Альминой. Вот, двигаемся в направлении дома. Хотели собрать по дороге кварц, но видите, мы не можем. Мы хотели именно сюда залезть. Но вот если становимся жабой, то получается у нас что? Правильно, ни черта не получается. То есть жаба может только на один уровень подниматься. На два уровня она уже не залезет. Это ужасно. Может, где-то есть хотя бы один уровень? Ищите, оббегайте. Потому что иначе наша тактика с кварцем, она как бы не алё. Проигрышная. Да. А значит, жаба абсолютно бесполезная. Мусор. Да. Да, кстати, там не залезть нигде. Пойдем тогда в нижнюю деревню посмотрим. Там тоже есть кварц. Но там есть, по-моему, разноуровневая система. Давай поглядим. А тут уровень другой. Он как раз расположен рядом с водой. Ты не заберешься. Я тебя понял. Хорошо, а попробуем с другой стороны. Плавать? Что говоришь? Жабка не умеет плавать? Попробуй. Я думаю, что нет. Я думаю, что жаба ничего не умеет. Ну, потом куда-нибудь. Здесь не залезть. Ну-ка. Нет, здесь не многоуровневая. Ну, как бы она многоуровневая, но нет. Слушай, нет, короче, жаба абсолютно бесполезная даже для кварца, ребят. Мы разочарованы в жабе полностью. То есть мы так долго ее пытались выбить, убить, для того, чтобы можно было путешествовать по пещерам, а в итоге она мусор. Я даже не знаю, для чего ее в принципе можно применять. Помойка совсем. Пошли какие-то подфризы, кстати, что-то замечательное. Ой, Джейд, кстати, есть охотница на вампиров. Попробуем? Там Кристина. По дороге. Так мы ее здесь примем, Джейд. Так она прям по дороге не к нам идет. Прям к нам идет? Да, к нам идет. Это не Кристина. Нет. Это лучница. А, красиво, на мою сторону. Так вот, отлично, мы как раз идем за Джейд. Мы идем за Джейд. Мы днем идем сражаться с боссом. Все как полагается. Тактика беспроигрышная. Для босса имеется в виду. Конечно. Вот 57 сейчас жахну с арбаля. Надо крит на физы, кстати. На самом деле, правда, нужны соответствующие амулеты. Носить с собой стак амулетов? Ну, надо... Если я с арбалетом, значит, я с арбалетом. Я как бы и не против, знаете. А вы где? А, вот где? Спасибо, что убили тень. Пожалуйста. Хотя не уверен, что это был я. Но пожалуйста. Ну, кто-то дерево следует. Так, хорошо. Так, а где Джейд? Беляш, ты видишь Джейд? Она ушла вперед. Нам нужен специалист по поиску неприятностей. Давай, отправляемся на поиски Джейд. Вот она, в конце мостик. Хорошо. Я думаю, что здесь прекрасное место для сражения. Поэтому мы здесь драться с ней не будем. Ну как-то. Сейчас полечись немного. Все, поехали. Поехали. Ваншот, ван килл, это 100% попадание, если что. Тишина. Надо мною тишина. Сбил? Не сбил, нифига. Короче, Ешка не работает так, как должна, к сожалению. Но Ешка должна сбивать. Ладно, в жопу. Сражаемся как моем. One
Так, я здесь точно не справлюсь без иллюзии вот этой. Не сквозь камень, там дерево было. Где она вообще? Где вы вообще сражаетесь? Вы сражаетесь хоть с ней? Ах, ты ж хитрая же. Ой, вот это, кстати, грустно. Ты тоже, да, просрал? Да, я тоже просрал. Почему я не могу? А, потому что тишина, я понял. Я помню, щитом мы с ней сражались как-то. Да ладно, она мгновенно просто. Причем я вроде цешку поставил. Но у меня цешка, во всяком случае, в откате. Где она? Справа. Вижу, да. Сработало. В этот раз сработало. Но Джейд суровая. Так-то. Лечи. Боже, как она бегает. Ты что так бегаешь-то? Попал я по ней? Нет? Непонятно. Да ладно. Могу поднять меня. Что? Оборотень. Оборотень? Она, скорее всего, нападет на него. А сейчас посмотрим. Он на дорожке идет. Я хотела беленький поднять. Он поворачивает направо, он уходит мимо. Сейчас надо согреть его. Понял. Вервольф. Алло. Мужчина. Аккуратно. Все, я его призывал. Они должны столкнуться. Они дерутся? Они дерутся? Они дерутся. Они дерутся. Хорошо. Хорошо. Они дерутся. Я не знаю, смогу ли я поднять Беляшу в этот момент. Я понял тебя. Иди сюда. Сможешь. Подхиливай. Подхиливаю. Беляша, беги. Не мешаем. Просто не мешаем. Все, мы научились, да? Сражаться с боссами. Меня полечите, пожалуйста. Она убивает его. Прям реально убивает. Да. Хотя бы еще чуть-чуть ее размотает. Кто тут летел, по-моему? Или нет? Не мешай. Нет, я пытаюсь уже перейти на Джейд. Вольф чуть-чуть осталось. Я Вольф уже мёртв. Нифига. Больно. Что это что такое было? Больно. Не прыгай. Вот это хорошо попало. Вот очень попало. Хорошо попало. Очень хорошо попало. Правда, реально хорошо. Слушай, ну я не знаю, ребят, как этот арбалет. По-моему, ничего так. Сосите. Все, сосите. По-моему, ничего, арбалет.
Могло бы быть, конечно, побольше урона, но в целом ничего. Можно ему еще бонус скорострельность ставить, и будет неплохо. Да, физику. Еще, наверное. Да, я в этот, я в магию втоплен. Так, и ему что критульки. Это надо снаряжаться. Надо это... Шквал хаоса. Ульта. Ульта? Ульта. Да, ульта. Кто-то сказал ульта? Угу. Сказал ульта, я понял. Чувство шквал хаоса. Шквал хаоса. Запускает 4 шара хаоса, которые наносят 75% магического урона при попадании, 75% магического урона по площади и вызывают ожог хаоса. Звучит? Звучит классно. Звучит классно. Как на деле? Надо верить. Надо проверять. Я у выглядит классно. Все. Нам бы пастуха Розиэля, но для этого нам нужны плащи. А где девочка? А, вот девочка, она между была, да, этими? Втиснута. Она нам еще дала бомбу и первобытную инсенцию крови. Не знаю, куда она. Можешь поражать как бомба? Союзников, так и врагов. Ой, бомбу не даем, бележку. Не для разрушения вообще, ресурсов принципе... стен, дверей. А зачем? Чтобы нас убивать. Ну, видимо. Так, хорошо. Кто-то был? Ну что? Нет. Может, на Вервольфа? На Вервольфа? Думаешь, осилим? У нас, кстати, да. После паука появился еще ульта с пауком. А где он, да, Вервольф-то? Да. Стабильный паука. Он в деревне мрачный. Ага. Где он? На самом верху. Зеленый. А-а-а, ну это далеко. Не, давайте, ну, давайте домой, до ближайшей домой, пещеры и домой сначала. Сначала домой. В принципе, на Вервольфа, я думаю, потенциально можем попробовать. Я бы только единственное в физуху пошел и вот с арбаля. Да. Или, может, уже не сегодня? А чё нет-то? Мы еще только серию начали, 12 минут. Подбирайте, рыбежи. Да и ладно. Перепустить. Перекусить? Что перекусить? Да, кого папа, перекусить? Перекусить? По пути перекусишь. Да, по не, пути. Я в реальности хочу перекусить. И все-таки, я проверю. А босса нет никакого? Босса именно. На проверку нет? Давайте найдем босса, я хочу попробовать вот эту вот штуку. Здоровый. Мое. Да пожалуйста, пожалуйста. Ух. Я в тебя же целю. Кто-нибудь подберите рыбежи. Я пытался, у меня не выходит. Инвентарь полон. Ясно. Вон он есть, мужчина. Опасный на вид. Я думаю, имеет смысл на нем попробовать тэшку. А, этот. А, прикольная. Ого, она мощная. Мы только что босса просто на ультах застрелили. Ага. Ну я один раз, там, два раза скидочкой попала. Ну ему бы так хватило. А мне нравится. Я не знаю, что вы не хотели ее брать. А мне нравится. Возьмите книгу, мне вообще некуда. У меня тоже. И у меня. Так, запятнанное сердце выпить бы. Тогда что-нибудь повыкидываем. Там у тебя волокно есть по-любому. Вот 100%. Вот. Я даже не сомневался. Даже не сомневался. 4-4-4. Оно у всех бывает. Да. Оно постоянно. Оно спрячется, знаешь, и сидит потихоньку. Потихонечку. Невидимка думал, что он ушел в невидимость, и он стал невидимым. Но это не так. Слабак. Да, что-то Егорка это лоханулся. Ну ладно, Егорка лоханулся и ладно. Вот воскреси его, посмотрим, что будет. Воскреси. Воскрешаешь? А я нажал, да, вот. А, все, вот он появился. А я могу его поставить? Кстати, я могу его поставить, как ни... А, ну потому что он воскрешается мгновенно, да. Все, я понял. Короче, лоханулся он, да? Подсолнухи у нас кто-то приносил. А, да-да-да, а хлопок же принесли, правильно?
Принесли хлопок и подсолнухи. Все, прекрасно. Я голодос тогда отправляю опять-таки на хлопок. И точно так же отправляю Лилуша на хлопок. Супер. Соответственно, этих ребят я отправлял в... На забытое кладбище, по-моему. Не по силам оказалось. Егорка там погиб. Поэтому нужно что-то другое выбрать. Что мы выберем для них? Если не забытое кладбище. Не 400. А кто он? Ну они как раз лес. Не, ну лес же. Лес, но нужен лес такой. Вот такого плана лес. Такого плана лес это изи. А здесь есть какой-нибудь... Нет, это фермы. Это фермы. Это не то. Сюда они не протиснутся никак. То есть мы даже если вот так возьмем. Раз. Два. У них ноль шансов на успех. Даже так ноль шансов на успех. Жесть. 650 требуется. Боже. Кошмар. Нет, извините, но нет. Так, отправим тогда их сюда. Не, кладбище это хорошо. Поэтому пусть на кладбище снова пойдут. Егорку по-хорошему бы, конечно, усилить, но посмотрим. 100% у Моргана будет бонус вечеринки. И хорошо, все, да начнется охота. Короче, ради плащей, да, так вот закидываем, все, драгоценная пыль фигарится. Она, кстати, пилится достаточно неплохо, 60 секов, и плюс у нас на 25% быстрее, соответственно, 45 секов. Это хорошо. Да, нам нужно будет всего лишь 9 этой пыли. Мы без проблем за такое количество ресов сможем сделать. Кристаллов у нас вообще условно бесконечное количество. Так что все хорошо. Посмотрим тогда сейчас пока что. Вот, мантия бессмертного короля. Звучит? Да, да, очень даже. Так, у нас остается еще 9. А нам нужно, получается, еще минимум 3. Минимум 3, оно сейчас уже изготовится. Призрачную пряжу загрузил. У нас же будет столько призрачной пряжи, нет? Я сейчас до быстрого разделю их на 2. Да, давай, ищи. Ищи, делай. Это твой? Да, 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 это мой, ну, это я вот надевай. делаю, надеваю. Вот это вот куда-нибудь скинь, там, слугам или еще когда-то. Ну-ка, давай посмотрим. Опа, смотри-ка, смотри-ка, он целый. Он целый. О, вот, поверни целее, спиной, целее. Поверни спиной, где я спиной. Вот, поверни спиной, где я спиной. Ну, не, ну, ладно. Вот, смотри, у тебя рванина какая-то получается, а у меня именно целенький. Новый? Нет, я стираю лаской, понимаешь? Вот так вот. Кстати, старые можно разобрать, все равно слуги не надевают. Слуги не надевают, да? Нет, ну там хотя бы этот был хлопчатый. Ну, кстати, согласен, да. Эту пряжку еще понаделаешь, и мы сделаем тогда еще минимум 2 штуки. Наделается. Тебе и беляшки. Сделаешь пряжку, сделаем тебе и беляшки. Тут-ту-дум. Возьмем тогда еще топазовый амулет. Ну, потестируем хотя бы топазовый амулет. В чем соль топазового амулета? Топазовый амулет, он топазовый. Вот и все. На самом деле, у меня есть предположение, что мы можем спокойно носить сначала туманное ожерелье, фигарить ульту. После того, как мы зафигарили ульту, переключаться на топазовый амулет и бэм-бэм-бэм, просто, понимаешь, всех расстреливать. Также я в билд-то, думаю, запулю вот так. Во. Чтобы у меня перезарядка была быстрее. Реально быстрее работает. Вроде бы. Да, точно быстрее. Точно, точно быстрее. Так, а если... А он все равно. Он сначала заряжает, потом стреляет. То есть нельзя просто так выстрелить. То есть он, да, он заряжает, потом стреляет, не мгновенно. Я думаю, просто можно, знаешь, при помощи смены орудия, но такого плана нельзя. Ну да, конечно. Вау, зато ты знаешь, что можно сделать-то? Можно стрелять, например, косой. Что? Да. Смотри, короче, берешь, переключаешься на косу и... Да. Ну как нормально. Тебе? Нормалек? Нормалдынский? Ну вообще. Прям сплошная нормаляндия, я бы даже сказал. Это прям клево. Клево, клево, клево. Мне нравится.
Ну-ка, ну-ка. И сразу потом, например, заюзать скилл и сразу... Не, неплохо. То есть в целом переключение идет быстрое, прям хорошее. Стрелять косой или стрелять копьем восхитительно, да. То есть ты берешь и стреляешь копьем. Причем копье более комично, по-моему, чем косой получается. Потому что косу ты все равно держишь в руках. А вот если ты попробуешь стрельнуть копьем, то получается вон копье где-то там внизу. Ты на пол кладешь его просто и стреляешь из рук. Стреляешь осиновым колом, который тебе уже воткнули в сердце. Отлично. Да. Иди, иди, еще один. Иду, пошли. Делаю, да, еще одна. Мантия бессмертного короля. Сейчас я проверю арбалет против каменный голем. Поехали. Ну там сила заклинания. Если кель через заклинание идет, то можно и... Да. Вопрос. У нас все-таки в этот рецепт на новую броню где открывается? У кого? У того, кого ты не убивала. Угу. А вот беспощадный железный серп, это с двумя это клинками? Стрёмная тема, к сожалению. Да? Нет, ну, в принципе, аккуратно, нет, на этих не работает. Он клевый против этих мобов. Только против мобов. То есть против боссов он вообще бесполезное говно. Вот совсем бесполезен. Настолько бесполезен, то что самое бесполезное оружие, ты лучше просто кулаки бери и бей кулаками, серьезно. Он настолько плох. Печально. В алхимичке этот... Да, там еще отвар должен быть. Так, сейчас седлаем... Не успел, чуть-чуть не успел. Седлаем лошадей, 8-0 скорость, 4-8 ускорение, скорость вращения 13-7. Говно, мусор, выкидываю. Первое что было? 8-0. Убей ее. Убей. Она медленнее, чем мой сахар. Медленнее, чем сахар. Тот самый момент, когда диабетик рассказывает, да? О том, как медленно идет. Хорошо. Тогда мы идем дальше. Сейчас мы, короче, этих коней понемножку грабим. Кстати, кони. А вы посмотрите на время, мальчики, девочки. Агась. Поэтому давайте. Не обязательно лошадей, кстати, брать. Что вот это? Что за... Кто это умер? На коне. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. О, лошади. А там и не только лошадь. Там еще и кони. Угу. Кони лошади. Ой, у меня как раз кровушки нет. Нам обязательно на коней, по-моему, нет. Ой, блин. Нам что? Обязательно говорю коней. Нет, я же говорю, коней не нужно. А куда телепортировать? Так. Чантер, можешь еще последнюю сделать. Кого последнюю? Если вернешься. Я Келли. Плащ. Плащ. Я беляшки скину весь лид. Блин, что-то я это сильно понапроседал. Сильно понаполучал. Много огненных стрелков было. Сейчас, я хочу. Может? Хочу лошадок. Коричневый. Смотреть. Да они все одинаковые. Я смотрю по параметрам. 8-6, 6-1, 1... Ой, 12-7. 8-6, 6-1, 12-7. 8-6? Берите тех, у кого больше... 10, я понял. Я понял. Все остальное мусор. Так, это лошадь что? 9-3. 5-6, 13-4. 6-5-4. Короче, мусор. Я понял. Все мусор. Все мусор, все помой. Успел схватить. Звонарь. Да плевать на звонаря. А, погнали к телепорту, я тебе отдаю вещи, сделаю келью. А хотя что вещи, там одна только эта штука. Все, я сейчас телепортируюсь. Все, погнали к Вервольфу потихонечку. Хотя бы потихонечку начнем выдвигаться в его сторону. Попробую отработать. Короче, девчат, сначала мы атакуем ультой, той самой. Нет, Беляш, не той, которую ты так любишь, чтобы вбиться в противника, и он тебя контратаковал и снес пол хп. Не этой.
Мы про ту ульту, которую мы взяли с девочки, которая стреляет. Пиу-пиу делает. Вот ее. У Келя такой нету ульты, он использует, какая у него там есть. А какая у тебя есть, кстати? У тебя голема мы убивали с тобой, нет? Завеса хаоса. Ты про голема, да? Завеса. А ты говоришь про девочку, я не поняла девочку. Не про голема. Я говорю не про голема, как раз таки. Последняя девочка, стреляющая, пиу-пиу. Шквал хаоса, да, да, я ей собиралась. Завеса хаоса. Она потому что клевая. Плохая завеса хаоса. Залп хаоса ты имеешь в виду? Да. У меня завес хаоса, я потому что не поменяла перевод. Манову не поменяла? Я попозже поменяю. А, ну у нас шквал хаоса называют. Ну короче, вот этот вот шквал хаоса используем и все. Так, я сейчас попробую обойти, посмотреть, с какой стороны и где можно до него дойти. Можно до него дойти бесплатно. Вообще бесплатно, вервольфы к нам не заберутся. Вот где я нахожусь, сюда и заходите. Я вам помогу пробиться. Все, заходите. Заходите. Давай, Кель, снаряжайся и поехали с нами. Сейчас хряпаю от вас, чтобы этот физика побольше было. Так, смотри, мы влетаем втроем сначала, да? Фигарим сразу Тэшку. Сразу. Погнали! А потом уже деремся, как положено. Ну, как бы продамажили, хорошо. А теперь нужно его бить. Осторожно, вервольф, не сагрите их. Не сагрите вервольфов. Есть скалирование, поздравляю. Мы это выяснили. Да, потому что мы были вдвоем, их было двое. Да. Вольф, встань от меня. Ой. Пусть. Меня убил вервольф, который напал со спины. Ну я же говорил, бегу. Не надо их агрить. Да я обходила. Телепортнуть сейчас. Он чувствует плоть. Скоро будут эти. Да, здесь телепорт. Во-во-во, селяне. Ребята, сразу селян. Селян сразу, мгновенно, просто убивайте селян по максимуму. По максимуму убивайте селян. Просто по максимуму. Именно селяне. Селяне это наше все. Пока не убили селян, мы ничего не сможем сделать. Тут вервольф нарисовался внезапный. Внезапный вервольф, это не то, что нам нужно. Ну, елки-палки, все, он отхилился, к сожалению. Достать его, освежевать, сделать коврик под кровать. На босса, по-моему, замедло не работает. Нифига. Ну бьем тогда как можем. Уже перезарядился у вас? Или не перезарядился? Нет, еще 30 секунд. Еще 30 секунд, понял. У бедняжки должно быть. У меня уже две, одна. Поехали. Я один промазал, но не важно. Ой, он прям на это нападает, разрывает. Да, он в прошлый раз меня так и... Я пошел в урон. Погнали. Так, нужна помощь с вервольфом. Отлично. Сразу умирай и не подберешься. Ладно, сам разберусь. Эх, полноценная смерть.
Эй, как ты больно дерешься? Так, я опять. Давай. Бывает. Ой! Ой! Он делает кусь! Да, он делает очень больный кусь. Я хотя бы щит себе накинул немножко, ну такое. Я не успеваю даже продамажить особо. Так, я тебя вижу. Ты думал, что я тебя не вижу, я тебя вижу, но увернуться все равно не могу. Ой-ой-ой. Что-то он меня это пробивает. Попробую выпить. Так, самое главное туда не перейти. Все, я готов продамажить еще раз. Я поехал. Да ладно тебе. Как неудачно-то. Давайте, давайте. Попадать бы еще. 73, хорош крит. Давайте, давайте, фигарим. Я по 16 максимум. Я с арбалетом. Сосем, сосем, все сосем. Во, четверка. В первый раз мы вчетвером всосались. В первый раз. Всосались, так, смотрите, предрассветная трапеза. Все, теперь быстро грабим. Грабим вот этот дом сначала, потом ждем рассвета, потом грабим все остальное, там будут рабочие. Не забывайте про сотые. Сотые слуги нам нужны, ой как. Грабим. Контейнеров-то у них богато. Очень дорого, богато. Надо будет на самом деле его попробовать поцеловать потом. Он особенный. Оборотни? Он днем не оборотень. А. Ага. Хочу. Да-да-да. Там какой-то удар в сердце. По-моему, этому Келю как раз таки нужно кого-то поцеловать. Удар в сердце? Ульта? Да. Ульта? Да. Ульта? Неужели? Ульта? Да, бросается вперед, поражает цели по прямой линии, наносит 150% магического урона, исцеляет себя на 150% здоровья от вашей силы заклинания в течение 3,5 секунд, когда эффект заканчивается, наносит магический урон ближайшим. Что? А, выглядит неплохо. Может быть, попробовать? Эксперименты на оборотнях. Эксперименты. Уже не на оборотнях. Уже не на оборотнях. Ну, погоди, у меня 6, 7, 5, 4. Дайте я вон кого-нибудь скушаю. Чей туфля? А, вы пока лутайте везде. Везде и все, лутайте. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Хун уже взорвался. И все, что ли? Он взрывается потом. Когда эффект заканчивается... А, то есть он потом еще и взрывается. Ага. Ася? Онив. Внезапно. Просто через стену, чтобы ты понимал. Так, ну все, тогда давайте лутаем. Слон никого. Слоник? Целуем. А, целуем, господи. О, пока никого. Там должен появиться староста. Когда он появится, староста, мы попробуем поцеловать старосту. Келли отправим целоваться со старым дядькой. Ну, спасибо. Я кого-нибудь покушу, нет. Вот, допустим, его. Ох, кушай. Прям видела, почти убив. 104 урона просто. Бам, сюда. Не, ну арбалет зашел неплохо. Попадать чаще бы, но это надо просто привыкнуть, я думаю, к оружию. Так что дамаг идет. Самое главное, на постоянке плюс-минус. Вы хорошо жили, конечно. За счет этого я мог урон вносить. Ну как вы? Ну как вы, да? Умирала, чтобы перезарядить ульту. А! Тактика, тактика, да. Да, да, смотри. Я об этом думала. Киберспортсмен. А по-моему, не перезаряжается. Перезаряжается. Так, хорошо. Этого мы убили. Кого мы дальше убиваем? Достать его освежевать. А дальше нам нужно идти этого, убивать пастыря.
Ну, это зельки надо делать. Надо зельки делать. Надо тогда идти и сделать зельки. Без вариантов. Идем делать зелье? Октавиана. Октавиан? Октавиан. Да, у меня Октавиан не битый. Октавиан. Кто такой Октавиан? Который из броняй. А далеко? Не очень, кстати. Давайте туда добежим. Погнали тогда к Октавиану. Все, все вперед. Следуй за мной. По коням.